28-летняя Нино Ненидзе отдыхает в компании своего 47-летнего возлюбленного Максима Виторгана. Актриса устроила импровизированное выступление перед соседями. Дочь народной артистки Грузии и Ненидзе показала, как проводит время в режиме самоизоляции. Компанию Нино составил ее избранник. Пара устала сидеть в четырех стенах квартиры и последовала примеру иностранцев, которые в карантин веселятся на балконах. Несмотря на прохладную погоду, актеры вышли на улицу, где устроили небольшую вечеринку. Влюбленные включили ритмичную музыку и начали танцевать, чем подняли настроение себе и соседям. Ненидзе с удовольствием снимала экспромт на камеру. Артистка предварительно договорилась с друзьями, которые запечатлели их зажигательные танцы со стороны. Нино поделилась позитивным роликом с поклонниками. Звезда также опубликовала нежное видео из недавнего путешествия в Оман. Вояж состоялся еще до пандемии коронавируса. Пересмотрев, убедилась. «Мы везунчики, успели, как говорится», — отметила молодая мама. Нино в ходе романтической съемки нежно целовала спутника и призналась ему в чувствах. «Между нами есть нежность», — отметила Ненидзе. «Плохо, рановато», — пошутил Виторган. Фанаты артистов оценили их оптимистичное настроение. Песня в конце так трогает душу. «Вы самая гармоничная, красивая пара. Очень романтичную. Вы красивые, и Оман красивый, восхитительно. Очень атмосферно и колоритно. Пейзажи завораживают, вы вдвоем в них просто органично растворились, какие вы замечательные. Волшебные отношения двух любящих сердец, в волшебной стране, жить захотелось, вы классная, и Максим прекрасная половина для вас. Вы и вправду везунчики. Красивые, прикольные, самодостаточная, гармоничная пара», — написали пользователи. У матери бывшей жены Виторгана заподозрили коронавирус. Ксения Собчак сообщила, что опасения медиков не подтвердились. У Людмилы Нарусовой – пневмония. Нино Ненидзе забавно подшутила над любимым мужчиной. Он высмеял неудачный фотошоп лица своей девушки в глянце.